Всем стоять! Кто такие и с какой целью здесь находитесь? Блин, ну ты только посмотри, а! Да тут без нас уже все растаскивают. Тут говорил, я надо было раньше входить. Как вы сумели пройти через карантинную зону? Известно как. За бабки. Слышь, братва, давайте разойдемся краем. Если что, мы можем поделиться. Твоя братва во враге лошадь доедает, урод. Ты лучше стенку присматривай, у которой я тебя в расход пущу. Добряк хренов. Делиться не буду. Тут и так все наше. Ну-ка быстро все барахло на землю и бегом сдернули отсюда. Шевели поршнями, мразота, пока я не разозлился. А теперь марш отсюда. Бегом! Чтоб ты задавился, харя ментовская. Прапорщик, не стреляй, это он не тебе. Береги патроны. Так, а ну-ка глянем, что у нас здесь. Кротов, не спи, иди сюда. Посмотри, что это. Это мы мигом. Похоже, какой-то блокнот или журнал. Почерк тоже будь здоров. Ну давай быстрее, прапорщик. Мы не в избе, а читальни. Так спокойней. Быстро только кошки трахаются. Торопиться не надо. Читай уже быстрее, остряк. Что там? Читаю. Вчера, когда мы уже изрядно поддали, снова зашла речь о генерале Барсукове. Я сказал, что судя по тому, как охраняется лаборатория, Барсуков держит там чашу святого Грааля. Не надо было мне этого говорить. Барсуков проходил мимо, все слышал, и ему моя шутка смешной не показалась. Теперь мне действительно страшно. Что же со мной будет? Какой такой святой Грааль? Что это еще за фигня такая? Это просто метафора. Грааль – это чаша, в которую апостолы собирали кровь распятого Христа, пронзенного копьем легионера. Вещь драгоценная, ручной работы, цены немалой. Из-за нее даже крестовые походы устраивали. Говоря о Граале, человек хотел сказать, что лабораторию усиленно охраняют. Метафора такая. Я и без тебя знаю, что метафора, щегол. Короче, некогда тут философию разводить. Лезем в фекальные воды –